Большом Кремлевском дворце собрались депутаты Верховного Совета РСФСР, представители более чем 100 национальностей и народностей Российской Федерации. Участникам 4-й сессии Верховного Совета РСФСР предстоит подвести итоги свершенного, наметить новые рубежи развития всех отраслей народного хозяйства в 4-м году пятилетки. Открыл председатель Верховного Совета РСФСР депутат Миллионщиков. С докладом о государственном плане развития народного хозяйства РСФСР на 1969 год выступил заместитель председателя Совета Министров РСФСР, председатель Госплана Республики депутат Герасимов. Доклад о государственном бюджете РСФСР на 1969 год и об исполнении государственного бюджета РСФСР за 1967 год сделал министр финансов РСФСР депутат Фадеев. Решения 4-й сессии Верховного Совета Российской Федерации будут способствовать неуклонному развитию экономики республики.